с большим удовольствием, чем ранее, я делаю этот фильм, посвященный 80-летию Магнитогорского молочного комбината. Дело в том, что фильмов я наснимал очень много. И посвященных юбилею в том числе. Но в отличие от обычной работы журналиста, который там пришел, одну киношку сделал, денежки себе сложил, мы поставили перед собой более глобальную задачу. Показать вам полный цикл о том, как коровки питаются, где коровки кормятся, в каких условиях они находятся, какое молочко они дают, как из этого молочка получается кефир, сметанка. А вот сегодня вы узнаете, как из этого супермолочка получается масло. Что же мы подаем к праздничному столу? Шампанское и яство. Но ни один традиционно советский праздник, праздник теперь уже российский, не обходится без бутербродов. А раз праздник у нас великий, 80-летие производства, то бутерброды эти под толстым слоем икры должны иметь такой же слой масла. И завершая цикл сюжетов про Магнитогорский молочный комбинат, цикл сюжетов юбилейных, не затронуть производство масла было бы грех. Тем более, что никто толком-то и не знает, как оно производится. Но это было раньше. Думается, после того, что вы увидите, смысл покупать масло другое у вас поиссякнет. Вот, к примеру, что самое главное в производстве масла? Чистота и отсутствие человеческого фактора. И именно тогда вкус продукта будет безупречен. За чистотой здесь следит умное оборудование, а затем получается чудо. Заранее подготовленные сливки сначала поступают в 10-тонный танк для сырых сливок. Жирность этих сливок 38%. А максимальное производство в сезон может достигать 10 тонн готовой продукции. При несложных арифметических действиях понимаешь, что надо бы еще емкости иметь. И после пастеризатора нагреваемого сливки, а затем холодильника, мы получаем пастеризованные сливки, которые закачиваются в дополнительные 4 10-тонных танка. Все это происходит под контролем компьютеризированного оборудования. А дальше начинается то, что ранее не видано. Давайте заглянем вовнутрь сепаратора непрерывного действия. Немногие из вас, наверное, помнят, как молочко из-под коровки покрывается сверху слоем сливок. Но не надо путать вкус. Здесь гораздо более толстый слой масла под воздействием силы гравитации отделяется от пахты. И сливки шнеками выдавливаются в транспортировочный узел. И вот это называется масло. А пахта еще послужит для творога. И теперь уже становится понятно, что молоко – это единственный продукт, данный нам природой, который перерабатывается на 100%. А что же наше масло? Вам предоставляется уникальная возможность посмотреть, как фасуется масляная колбаса в любимые брикеты первого вкуса. И коробки для тех, кто предпочитает весовое. Магия инженерии и 4 железные ручки запаковывают привычный пакет, а те шнеки, которые вы видели ранее, выдавливают положенные 20 кг. Далее шоковая заморозка и готовый продукт на ваш стол. Да очень много в городе масла всякого разного, но хочется родного, чтобы ни кислинки, ни солинки. Это ваше масло? Да, это наше масло. Мы вырабатываем до 1000 тонн в год. То есть наши линии, технологии автоматического исполнения. То есть санитарная обработка также проводится СИП. Все идет в закрытом потоке. Контролируется на каждом этапе технологический процесс и санитарная обработка в том числе. Мы считаем, что вот качество наше соответствует всем нормативным документам. Мне очень понравилось то, что ваши работники, работники вашего предприятия, они не просто любят это масло, они говорят, что оно самое лучшее в мире. Так ли это? Но это все правильно, потому что сырье, закупаемое нами в Челябинской, в хозяйствах Челябинской области и Башкирии, естественно, достаточно высокого качества. Оно проходит входной контроль здесь, в лаборатории производственного предприятия. Затем переработка идет. То есть все знают, что насколько у нас это все отработано технически, оборудование, обработка. Поэтому, конечно, наши все специалисты, наши работники очень любят это масло. И, в общем-то, наверное, и в городе оно пользуется высоким спросом, потому что оно масло натуральное. А какой фирменный рецепт бутерброда от Магнитогорского молочного комбината с вашим маслом? Фирменный? Масло. 2 сантиметра сверху. 2 сантиметра сверху точно. Да, это фирменный рецепт. И это правильно. Правильно жить с молоком первого вкуса.
правильно питаться, зная теперь уже из составляющих, как делается ваше здоровье. Не сказать, что 80 лет пролетело незаметно, тем более последние 20. Но предмет особой гордости города в степи – это не завод, ради которого строился поселок. Это предприятие, которое выстояло, стоит на ногах прочно, знает перспективы, работает на будущее и, безусловно, любимо горожанами. Это Магнитогорский молочный комбинат. Масло – это предмет особой гордости работников Магнитогорского молочного комбината. Сейчас расскажу, почему. Потому что это настоящее крестьянское масло с очень оригинальным вкусом, которого вы, в принципе, не увидите в других маслах, в которые добавляются еще и растительные жиры. Оно не соленое, оно не сладкое, но настоящее крестьянское. И оно эталонное. Теперь я вам немножко расскажу, как правильно это масло хранить. Но дело в том, что мне посчастливилось прямо с конвейера маслица попробовать. За свою 40-летнюю жизнь я скажу, что ничего вкуснее не пробовал. Почему такое получилось? Да потому что мы неправильно его используем. Дело в том, что этот очень питательный продукт, который не приносит вам жир, жир вот этот вот, приносит неправильное питание, дает удовольствие и высокое количество калорий. Но почему мы его не ели в таких количествах ранее? Да потому что это масло необходимо есть постоянно, всегда, и всегда свежее. Если же вы потом это масло подвергаете дальнейшей заморозке, то все его полезные качества теряются. Поэтому не экономьте, ешьте всегда продукцию первого вкуса. Самое лучшее и самое качественное сливочное масло.